Для патента анимированных аватаров 3D Cute Moe компания Huawei выбрала изображение Дональда Трампа. В 2017 году анонс компании Apple анимированных аватаров Animoe наделал немало шума, что неудивительно, учитывая наличие в наборе анимированной какашки. После этого многие производители представили свои вариации на тему, хотя в большинстве своем они далеки от оригинала. У компании Huawei есть 3D Live Emoji, которые также называют Хмаи. Эти аватары были представлены со смартфонами линейки Mate 20. С линейкой P30 производитель представит новые 3D Cute Moe. Пока не ясно, чем они будут отличаться от уже имеющихся, но, судя по всему, 3D Cute Moe могут лучше отображать эмоции.